плаванием занимаешься спортом и там расслабляешься, отдыхаешь от школы. А в школе, ну, напрягается голова, устаешь после школы, приходишь домой, сразу отдыхать хочется. А тут тренировка, а там расслабляешься поплавать. Вот зимой вот нельзя же плавать вот там в речке там где-нибудь, а вот в бассейне можно поплавать. А в школе только вот я голову много напрягаю, что аж кипит, можно так сказать. Мне, наверное, нравится школа, потому что намного проще, чем заниматься спортом. Я перестала заниматься спортом, потому что сломал спину. Я занимаюсь карате на данный момент. Ну, школа, как бы, ну, тренировка для меня это лучше, чем школа, потому что я там учусь самообороне и так далее. Терпеть боль, когда надо мной издеваются, ну и так далее. Мне, конечно же, нравится заниматься спортом, потому что школа – это сидишь на уроке в душном, а на тебя просто солнце вот это вот шпарит, и ну это как бы неприятно. А на тренировке ты занимаешься и получаешь что-то новое, ты начинаешь танцевать, ты начинаешь на концерты ходить. Мне нравится учиться в школе, потому что здесь много друзей, близких, которые я знаю, и еще, конечно же, я люблю учиться, потому что я что-то для себя узнаю новое, и, конечно же, учитель – это второй дом, вторая мама. Мне нравится бокс, потому что, ну, я люблю заниматься спортом, бегать.